little break in the Qatar because I know that many devotees have questions because they keep coming, different comments are coming. So if you have any questions about our Qatar or the Qatar of Sri Ajurla Bhattar or anything, what we have been discussing, then we should have Ishta Goshti. Итак, сейчас мы, программа вечерняя начнется тут в 16:30 в Баджинов. Сейчас я приостановлю Катху, потому что я знаю, что у преданных сейчас много возникло вопросов, потому что уже несколько дней мы слушаем Катху Чудала Албатаджи. Сейчас у нас будет возможность Ишта Гошти обсудить какие-то, может, противоречия или что-то, что возникло в вашем уме, или недопонимания какие-то, которые возникли в процессе слушания Катхи. Сейчас у вас есть шанс задать свои вопросы. Многие ко мне уже подбегали с вопросами, я всех останавливаю позже. Вот сейчас наступил момент озвучить ваши вопросы и какие-то что-то недопонимания, которые возникли. Sometimes devotees who live in the temple, they think Ishta Goshti is a discussion about the management. Часто преданные, которые много лет живут в храме, они думают, что Ishta Goshti это обсуждение бытовых насущных дел храма. Ishta Goshti is assembly where those assembled have the same Ishta. Но это не так, это не собрание, где обсуждают быт храма. А это собрание единомышленников, которые поклоняются одному Иште, одному Иштадеву. Ishta Goshti — это собрание, которое предназначено для обсуждения нам, Рупы, Гуны, Илил и спутников этого Ишти общего. Поэтому сейчас есть возможность озвучить ваши вопросы. Озвучивайте. Старшие преданные, пожалуйста, озвучивайте первые. So I'm starting. Yes, when the Chuta Lal Bhattaji was described Leela, when Krishna took all his Rajavasi to Vaikunth, he mentioned comments of Krishna's was hesitating. You sent him, oh, how can I bring them to a Vaikuntha? They here in Vrindavan, they have Madhurya, Rasa, have a very familiar relationship. They will be distracted. But finally, he brought them there anyway. So I missed that moment when he described all the reasons why he. Okay, and let me, before I translate his question, I'll explain to people yesterday I translated incorrectly because I misunderstood Bhattaji. Сейчас перед тем, как я переведу вопрос Колчана, я поясню, что я сделала ошибку тоже в переводе, потому что вот этот нюанс я не уловила, что Ачюта Лал Бхаттаджи Махарадж говорил, что Кришна решил не брать в Раджабасе в эту среднюю оболочку, где все их как копии в Раджабасе существуют там, чтобы не смущать их, чтобы они не подумали, что происходит, вот они и тут, и там. И поэтому он их взял во внешнюю вот эту мандалу, колоку, где Кришна и Шрути молятся, Шакти, Паршат все его окружают. Я вчера перевела неправильно, сказала, что Кришна боялся их брать в эту внешнюю оболочку, чтобы не смущать. Но это было. Потом я переспросила прям Раджана Прабху, он пояснил, что нет. Он не хотел, чтобы они видели себя в другом измерении, где они есть, потому что они посередине в этой мандале есть. Поэтому он их взял вот это уже на внешнюю оболочку, где полная Айшвария царит. So just explain that I mistranslated. И вот как раз Калчан Прабху тоже не дополнил вот эту тему, он говорил, что вначале казалось, что Кришна не хотел их брать туда на Вайкунху, а потом все-таки взял. Почему он так все-таки поменял решение? So, perhaps you remember that he said that his friends, the coward boys of Krishna, when they heard the report that Varuna had worshipped him, then they asked Krishna, oh, so you have a Vaikuntha, can you show us? То есть, как вы вчера слышали во время Катхи, когда мальчики-пастушки узнали про то, что произошло на Варуна Локе, и они сказали, а, Кришна, так у тебя что, есть Вайкунха? Ты можешь мне показать? Ты можешь нам показать Вайкунху? Кришна сказал, да. So then the boys, they announced everywhere.
I'm going to Vaikuntha, I'm going to Vaikuntha, which means it's a euphemism for I'm going to die. То есть тогда же мальчишки разбежались по всей деревне и стали всем рассказывать: я отправлюсь на Вайкунтху, я отправлюсь на Вайкунтху. А это то же самое, что сказать: я скоро умру. То есть отправиться на Вайкунтху — это значит, другими словами, я ухожу из этого мира. And the old people said, no, it's not time for you to go to Vaikunth. Взрослые переполошили и сказали: нет, вам еще рано на Вайкунтху, мы за вас пойдем на Вайкунтху, вам не надо, вы еще молодые, живите себе. So they all came to Krishna and they asked him, can we go? Тогда уже старшие пришли к Кришне, сказали: может, ты нас возьмешь на Вайкунтху? So he explained in such a way that Vrijvasis were asking out of curiosity because of the narration of Nanda Maharaj about Varuna Loka. И Ачюта Лалбадачи, он с такого ракурса преподнес катху, что старшие Прадьобаси из-за любопытства, которое возникло из рассказа, которое вызвали рассказы Нанда Бабы про его посещение Варуна Луки, они стали вот расспрашивать Кришну про Вайкунтху и так далее. So, in addition to that, I want to explain Srila Jiva Goswami's explanation of the motivation behind this. Дополнительно к тому, что вы услышали вчера в катхе, я хочу добавить параллельный ракурс пояснения Дживы Госвами Пада, связанный с вот этими именно их побуждениями, что вызвало их интерес и желание увидеть. That point I began to describe, to touch on in the introduction to the class today. В самом начале вступления к сегодняшней лекции я коснулся этой темы немножко. That is the village of Braj, Nanda Gokul, has more opulence than the abode of any demigod in this world. That is Aprakrita, and the demigods abode their Prakrita. То есть нужно понимать, что сама деревня Гокулы, где живет вся община Браджабаси, она уже по Айшваре превосходит по великолепию, роскоши миллионы раз обитель любого деваты. То есть только достояние в Раджане апракрита, трансцендентное, а у деват они пракрита. Srila Jiva Goswami Pada said, Varuna Loka is not another planet somewhere in the universe. Jiva Goswami Pada объяснил, что Варуна Лока не находится, это не какая-то планета, которая расположена где-то во Вселенной. But Varuna, who was very eager to try to become a Brijvasi, что на самом деле Варуна очень хотел быть в Раджавасе. There was a cave under the ground underneath the Jamuna, and by his mystic power he pushed out the water and made a palace there. И он выискал подводную пещеру в Ямбуне прямо во Врадже, своей мистической силой вытеснул всю воду из этой пещеры и обосновался там, стал жить, сделал себе резиденцию. And there was a tunnel going through and up into the mountain. There was a tunnel like this and then a cave, and he was there. So the servants, they caught Nanda Maharaj. Nanda Maharaj was remembering Gayatri, remembering Lord Narayan. И что произошло? И вот Варуна Дев основал свои апартаменты там, в этой пещере, а из пещеры шел туннель уже в саму Ямуну, и потом уже вода начиналась. И когда Нанда Махарадж пометовал свои мантры, пометовал Нараяну в воде на Двадаши в Ямуне. Нанда Махарадж, from the beginning of his life, he had natural devotion to Lord Narayan. But after Krishna was born, because he prayed to Lord Narayan and then got a son of Krishna, then he loves Lord Narayan so much, even more. С самого детства Нанда Баба был преданным Господа Нараяны и любил его, но с тех пор, как у него родился еще сын Кришна, у него появилось еще больше любви, преданности и благодарности Господу, поэтому он еще усерднее стал служить Господу. So, Nanda Maharaj went into trance of samadhi, having the darshan of Lord Narayan. И рано утром в Двадаши Нанда Махарадж стоял по пояс, по грудь в воде Ямуны и медитировал на Господа Нараяну и в трансе видел Господа. That's when the servants Varuna caught him and they took him through the water and through that tunnel and into the palace of Nanda Maharaj. Into the Varuna Maharaj. В этот момент слуги Варуна Дева схватили Нанда Бабу и потащили его через этот туннель внутрь под водой Ямуны, быстренько привели его в пещеру, в резиденцию Варуны. So, Varuna Dev, when he saw Nanda Maharaj in trance unconscious, he thought, oh no, Varuna ничего... now I'm in big trouble. This is Nanda Maharaj. Это было их самостоятельное решение, когда Варуна увидел перед собой Нанда Бабу, он увидел, что человек был в одежде, ну, в белой одежде для пуджи, с гирляндой Господа, и он
Божьем понял, они мне сейчас привели сюда Нанда Бхагупапу Кришны. So he arranged a beautiful bed and put Nanda Maharaj in Samadhi on that bed. А Нанда Бхагупа продолжал оставаться в трансе, и Варуна быстро там зашуршал, слуги принесли красивое ложе, они положили Нанда Бхагупу на это ложе. And then Varuna went to the tunnel, the entrance of the tunnel, to wait there because he knew he was in trouble now and he knew that soon Krishna must come to save his father. Varuna уже понимал, что сейчас ему достанется, поэтому немедленно побежал к входу в этот туннель, ожидая Кришну. Знал, что очень скоро появится Кришна, разыскивая отца, и Варуна уже стоял там на готове приветствовать его. So when Krishna arrived there, и как только Кришна появился в этом туннеле, Varuna was bowing down to him again and again. Варуна снова стал кланяться Кришне. And Krishna Dovi Shamkala, Varuna saw him that he was bright red because he was, where's my papa? И Кришна был настолько разгневан, что Варуна уже не видел его цвета шьям. Кришна был как красное раскаленное железо. Он просто был разъяренный, что отца похитили. So Varuna was begging for forgiveness and brought Krishna to Nanda Maharaj. И Варуна мельтешил перед Кришной, кланялся, стал его быстренько вести к тому ложу, на котором лежал Нанда Махарадж. So when the fragrance of Krishna entered into the nose of Nanda Maharaj, he was in a trance and he was seeing the form of Lord Narayan. And he came out of his trance and opened his eyes and there was his son. That means the complete, the Kevala Madhurya, the original form of Lord Narayan. То есть Ананда Махарадж лежал на этом ложе, погрузившись в транс, медитацию на Господа Нараяна, но затем его ноздри уловили аромат тела Кришны, и это привело его внешнее сознание, и тогда его глаза открылись, и перед собой он увидел Кришну, то есть Кевала Мадурья форму, полностью сладкую форму Господа Нараяна, Шри Кришну. So then, Krishna was going to take Ananda Maharaj back, but Lord Varuna Dev prayed that he would accept his aarti and his puja and the worship and his gifts. Кришна не хотел задерживаться, он собирался забрать папу и удалиться оттуда, но Варуна настаивал, упрашивал Кришну позволить ему провести пуджу, должным образом послужить ему, дать подарки. So while the puja was going on, Nanda Maharaj was looking around. Wow, this is a really fancy place. И пока Варуна проводил пуджу Кришне, it was more beautiful than the palace of Indra in heaven. Нанда Баба отвлекся, он стал рассматривать дворец, удивляться, подумал, тут такая роскошь, все так богато, вроде лучше Индры живет этот Варуна. So, Krishna, at that time, Krishna noticed that his father was very impressed by Varuna Dev's interior decoration. А Кришна в этот момент заметил, что папа очень впечатлился вот этим дизайном дворца Индры, что это роскошь и великолепие дома Индры, извиняюсь, Варуны, очень впечатлило Нанда Бабу. So the point I was making earlier today, that at that moment, Krishna felt a sadness. Вот это был, вот я и сегодня утром это говорил, что чисто Кришна почувствовал как укол в сердце, что его это расстроило. Because he knows that his dharma is more opulent than Vaikuntha, but Nanda Maharaj, an eternal associate of that dharma, is impressed by Prakrit, the material, interior decorations of a material demigod. Что Кришна это прекрасно. Krishna could never be impressed by that, but Nanda Maharaj can be impressed. Кришна прекрасно понимает, что его обитель миллионы раз превосходит по великолепию, роскоши любую Вайкунху, а заметил, что папа настолько впечатлен вот этим дизайном дома Варуны, что это обычно проклято делать, потому что Кришну такое никогда не впечатлит. А он увидел, что Нанда Баба под впечатлением сильным остался. Шукадев Госвами says, Avidya Kama Karma Bihi, that, oh, my bridge basis. They are not conditioned souls. They have no avidya, they have no kama, they have no karma. Like ordinary persons, but they think that they do. И вот Девагасвами описывает, что Кришна подумал, что мои братья Баси, они не обусловленные дживы, у них нет, они свободны от невежества, от камы и авидья кама and kama and karma. И карма, и у них нет ни кармы. So, ни авидии, ни камы, ни кармы у моих браджабасий нет, подумал Кришна. So what is the avidya of the braджабасис? А в чем тогда заключается эта авидия браджабаси? They have no avidya. У них нет такого невежества, которое в нашем понимании. But they have their own version of avidya, and that is the anusangan abhav. Abhav means the absence, and anusangan means they don't. When Krishna shows in opulence, they're so much in love with him, they don't investigate it. That's their avidya. Трансцендентная авидья в Раджавасе, аналог авидьи, заключается в анусанган абхаве. У них отсутствует склонность
вдаваться вот в размышления по поводу сверхъестественных деяний Кришны, они особо не задумываются об этих чудесах. Now just consider. We conditioned souls in this world, we have avidya. У нас обусловленных душ в этом мире, у нас есть авидья, невежество. What is the cause of our avidya? В чем причина нашей авидьи? Vimukata. Anadir bahimuk. Because we have turned away, we have avidya. But the Brijvasis have avidya. But it's because they are completely Krishna mukh in Krishna brain. So our avidya is caused by the bahimukata. But the Brijvasis, they have avidya, but their avidya is anusandhana bhav. And the cause of that is their brain. So it's their avidya is perfect. То есть у нас обусловленных душ, наше невежество авидья вызвано нашим анади, безразличием к Шри Кришне. А у Брадиваси их авидья, их неведение вызвано наоборот, то есть что они абсолютно поглощены Кришной, они полностью привзяты Кришной. But Krishna himself is the predominating deity of Samvit Shakti. Но Кришна сам является нистатри девотой Самвит Шакти. So he felt some sadness that I can never love the Brijvasis with a love so intense as they have love for me. И вот его расстроило, когда это наблюдение, что он понял, что происходит, он понял, что любовь Брадиваси настолько глубока, что он никогда должным образом их так любить не сможет. So I am really, I am indebted to them, and they are my creditors, and I can never repay them. И он понял, что он их должник навсегда, и он никогда не сможет заплатить им. So Srila Jiva Goswami explains that of all the opulences of Krishna, do you know what is the greatest opulence of Krishna, his greatest vaibhav? Sweetness. That is? The greatest vaibhav, the greatest opulence of Krishna is anugatya. He is the subservience to the desires and the moods of Brijvasis. Поэтому говорится, that is Krishna's greatest vaibhav. Джива Госвами объяснил, что величайший вайбав Кришны из всех его достоинств, его наивысшее достоинство, его полностью, то, как он полностью подчиняется желаниям Браджаваси, он в полной анугати у Браджаваси, и поэтому готов исполнить их любой каприз. Krishna's subservience to the Brijvasis is his greatest opulence. То есть вот это вот то, что он подчиняется полностью Брадхабасе, это его самое лучшее качество, его достоинство, наивысшее. So I told before the class, but it's very subtle point, and I wanted to stop quickly. Говорил вступление перед классом читал Бхагавату, я это все выразил в очень сжатой форме, потому что не было времени. Look, if you have a friend, то есть если у вас есть друг, you knew for many years, с которым вы дружите уже много-много лет, then one day they sat down at the piano and began to play. Однажды этот друг сел like a master. За фортепиано и вдруг мастерски заиграл там. You go, oh my God, you never told me you could play piano. И вы скажете, ничего себе, как ты играешь, и сколько лет мы дружим, а ты мне никогда не говорил, что ты такой талантливый музыкант. If it's a very close person, if it's your own family member, and you suddenly discover, actually, they were hiding this from you, you become amazed. То есть это будет шоком, да, если ваш самый близкий друг, с которым вы там уже десятки лет дружить, или даже близкий родственник вдруг сел и вот так вас удивил своим талантом, о котором вы не подозревали. Вы будете очень шокированы и удивлены этим. If you have some secret or some treasure or something, those who are really close to you, you show them. То есть друзья всегда делятся самыми близкими своими секретами или каким-то сокровищем. То есть всегда предполагается, что друг поделится этим. And if you say to your friend, in this box I have something very secret. Если вы другу скажете, у меня в этой шкатулке что-то очень ценное. Then the friend will say, show me, show me. То друг тут же скажет, ну показывай. And if you say no, they'll become more eager. Если вы начнете сопротивляться, то тогда он захочет увидеть еще больше, будет настаивать еще. Because that's the emotion. If you have closeness and you have a friend and they have something but they don't show you, then you become more eager. То есть близость предполагает, вот интимность и близость предполагает полную открытость. Нет места там секретам. So you should not think that the Brijvasis to Krishna is God and they said, oh God, please show us your abode. Поэтому не думайте, что Брадхабаси поверили, что Кришна Бог, и что теперь они хотят Вайкунтху увидеть, а Кришна для них Бог. But when Нанда Махарадж
told the bridge buses that Varuna and the Upadevas were worshipping him. Then they thought, oh, he was hiding some opulence from us. То есть это другие эмоции. Они были вызваны тем, что когда Нанда Баба рассказал, как Варуна Дев и Деваты поклонялись Кришне, они подумали, а, значит, что ты что-то утаиваешь от нас все эти годы, у тебя что-то какие-то секреты есть от нас. They thought this Vaibhav, because then my son is being worshipped by Varuna Dev. And the bridge buses thought, this Vaibhav, we didn't know you have. Is there some other Vaibhavs you are hiding from us? И поэтому такие вроде Васи стали так его расспрашивать, потому что они подумали, если мы не знали о том, что вот Варуна Дев ему поклоняется, и Девада, Ананда Баба все это увидел и рассказал, может он от нас еще что-то скрывает? So this whole Leela is only coming out from the rasa, from the prayer. Поэтому эта лила это результат вот этой любви, вот это выражение близости, то, что они настаивают, что они хотят полной открытости от Кришны. So when the bridge buses were wondering, they were curious to know, does Krishna have some other secret vaibhav he didn't show us? Then Krishna decided he wanted to show them Golok, because И то есть, и когда вот заинтригованные Браджабаси призадумались, значит, если у Кришны такие секреты от нас, может у него что-то еще особенное он скрывает от нас, и вот тогда Кришна подумал, может им надо показать Голоку. Because when Nanda Maharaj was impressed seeing Varuna Loka, и потому что Кришна подумал, если папу так впечатлила Варуна Лока, and the other bridge buses heard about it, and they were also impressed. И судя по реакции всех Браджабаси, рассказ Нанда Бабы и их впечатлил. Krishna thought, these are my Nitya Parikas, they are thinking, they are under Avijja Kama Karana Bihi. И он подумал, это мои вечные парикары, они сейчас находятся в этом состоянии обиде, камы, кармы. But I want to show to them how great they are. Поэтому я хочу дать им понять их величие, чтобы они поняли свое истинное положение. So that was Krishna's motivation by showing them the opulence of Golok. But when they got there, it was like, okay, let's go back. Вот это была истинная мотивация, почему Кришна взял их туда на Голоку, чтобы донести до них, насколько они велики, что никакой Варун Дев не сравнится с ними. Но когда он им явил Голоку, они посмотрели, подумали, ну ладно, давай домой. Then all bridge bats were like, oh my god, yeah, we saw that, but we like it here. Они подумали, о, ну да, it's great here in Braj. Красивое, но в Радже лучше, давай возвращаться уже домой. So that was Krishna's motivation towards that. It's all coming as anubhava from their love for him. То есть вот эта сильная любовь Браджабаси и то, что они полностью не ведают о своем величии, побудило Кришну явить им Голоку, чтобы они оценили свое истинное положение. So when Krishna brought them back, но когда он их вернул уже обратно, and Shukadev Goswami was describing this, he became in a complete ecstasy. Yes, Braja is the most wonderful place. И вот этот контраст состояний так вдохновил Шукадева Госвами, когда он понял, что действительно это Браджа Буми Вриндаван, это такое удивительное место. And the greatest glory of that Vrindavan is a Rasalila. То есть этот Вриндаван. So he became eager now to speak on that. Непревзойденный, а истинная слава Вриндавана, пик славы Вриндавана — это Раса Лила. И это побудило Шукадева Госвами перейти к описанию Раса Лилы. So in Bhagavatam the chapters come one after another, but it's down to the mercy of the Rasiks to reveal what's the connection that is Prasanga Kram. То есть вот the sequence of what is the bhav that makes the sequence between the topics of each chapter. То есть вот это Прасанга Крам, тема, которую мы обсуждали вчера на лекции, что взаимосвязь между последовательностью глав Шримад Бхагаватам. То есть все события описаны в разных главах, но только Расика Вайшнавы понимает взаимосвязь, этот Прасанга Крам между этими лилами. Почему описано вот очередность, в какой очередности не описано. Это все тайны Шримад Бхагаватам. Bali Vrindavan Lal Ki Jai Jai Sri Ram.